И, собственно говоря, мы продолжаем. Мы дошли до суда. Здесь меч. Большой такой длинный, хороший меч. Совсем забыл, что мы можем передвигаться аж вот так вот, быстренько. Ну, опять же, не забывайте, я уже говорил, что моя память иногда подводит меня. Поэтому все хорошо, что хорошо кончается. Знаете, перед тем, как брать меч, мы с вами таки запустим эту хорошую штуку. Посмотрим, что она нам даст. Она поднимет нам тупо мост и откроет ворота. Отлично. Берем меч. И идем дальше. Ну, здесь конкретно работает принцип такой проблемности. Благо, здесь можно вот так забраться. Ладно. Война у нас довольно веселый чувак, так что все хорошо. Хватается он, правда, почему-то здоровой рукой. Ну, в смысле, не той огромной, а наоборот, маленькой. Ручонкой, так сказать. Вставляем следующий меч. И у нас открывается еще одна дверь. Последняя дверь, в которой мы не были на данный момент. И, кстати, наверх мы заберемся, если что. Я только что посмотрел бок. Понятно. Говорится, а кто же нас пустит? Да, просто так к сокровищу, я уж обрадовался. Я уж обрадовался, друзья мои, на эту пить. Как обычно, накололи нас, бедных. Причем это слабо сказано, что нас накололи. Нас прям-таки уели, наели. Что же, собственно, нам дает, конечно же, ключ, да? О! А вот за вот это спасибо. И, кстати, для ярости требуется, походу, 5 для одной ячейки. Видимо, потому что ярости меньше, чем здоровье. Я постараюсь открыть все возможное здоровье, которое вообще есть в этой игре. Все возможные ярости. Я не знаю, сколько всего, но я надеюсь, что я это сделаю. Мне бы хотелось в это верить. Хотя, знаете, давайте прям-таки вот так вот спустимся в нагло к моим друзьям. Сами виноваты, ребята, что решили со мной связаться. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, ну и, конечно же, втыкаем в глаз, поворачиваем и заходим внутрь. А внутри нас ничего хорошего не ждет, конечно же говоря. Огненные нетопыри. Ну или как они, по идее, по-другому-то называются. Вроде так и называются, на самом деле. Так, попрыгушки. Попрыгушки, попрыгушки. Типа загадочка, реши на здоровье называется, да? Давайте посмотрим, что она делает. Угу. Она выдвигает первую штучку. Хорошо. Так как у нас там ничего нету. Тюремщик. Круто. Тебя мне не хватало, чувак.
Знаете, почему-то мне кажется, что тюремщика можно убить только шакрамом. Ну, в смысле, вы поняли, о чем я. Должен быть способ одновременно вспороть все слабые места этого увольня. Во-во. Я его, в принципе, даже знаю. Мне нужно было избавиться от мелких чувачков. И бамс, бамс, бамс. О-о-о-о-о. По-моему, чувачок немножко разозлился на нас. Что это за место? Должен признать, люди, эта горстка слабаков, умеют удивлять. Кто знает, что за тайны они здесь хранили. Я вот тоже пока не понимаю, что за тайны они здесь хранили. Надо просто от тюремщика бегать, разбираться с мелкими. Плохая идея так близко к нему подходить. Что он еще интересного нам скажет? Ну, понятно, пока ничего интересного. Должен признать, люди, эта горстка слабаков, умеют удивлять. Кто знает, что за тайны они здесь хранили? Блямс. Упс. По-моему, я немножко разозлил его опять. Самый маус. Ох, как я вовремя отошел. Так, что еще? Что это за место? Да ты издеваешься. Ну, хоть бы реплику новую придумал. Кто знает, что за тайны они здесь хранили? Так. Что значит, говоришь, за тайны мы здесь хранили, да? Упс. Понятно, он теперь в наглую будет все время их вызывать. Поэтому просто бить, 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 бить. Ой, какой он злой на него. Малявка-то злая, злая. Ну ладно, походу босса мы победили. Походу босса мы убили. Вот, можно похилиться, в принципе, я думаю. Можно похилиться. Ничего нового, я думаю, наш друг что не скажет, да? Место? Ну да. Должен ты прям такой однообразный. Эта горстка слабаков умеют удивлять. Кто знает, что за тайны они здесь хранили? Так. Что нам дальше? Что нам дальше? Тюремщика мы убили, он оказался не такой уж сильный на самом деле. Даже не знаю, как-то я ожидал чего-то от него большего. Ну, считайте, босс меня, по-моему, только один раз ударил. Это мне больше причинили проблем последние монстры, нежели сам босс. Так, а вот тут можно... Можно сделать вот так. А потом смотрите, кстати, как можно сделать. Можно взять вот сюда... И сюда. А потом еще и вот эти дополнительно поджечь. Видали, да?
Понятно. Этот ядом заражает. Вообще ни хрена не крутой чувак. Да ладно, просто с плюхи с одной вынес, серьезно. Прям перед ним телепортнулся, зашибись. Ладно, надо его побыстрее убить. О, хрена, он ему башку отрывает. Он веселый чувак, я вам скажу. Как-то я просто не ожидал, что он меня с плюхи вынесет, если честно. Ой. Вот, а дальше у нас там опыт, да? Может, здесь, по-моему, ничего нет. Ну да. Все равно полезно. Все равно полезно. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Прощай. Почему-то мне кажется, что мне пригодится вот эта фигня. В смысле пламя, чтобы оно было. Так, а ну-ка, ребятки, знаете, сейчас я сделаю, наверное, неправильную вещь. Но я попробую поджечь. Так, раз. Давай, перемещайся. Ага. Бамс, бамс, бамс. Хорошо. Теперь вот эту фигню мы берем и вот так вот поворачиваем в ту сторону и кидаем вон туда. О, отлично. Надо было так заранее сделать, а то я чуть не тупанул сейчас. Потом неизвестно, сколько бы я это перепроходил. Так, теперь сюда, и туда, и туда. Угу. Это, я так понял, нам вот там вот выпало, да? Просто есть вероятность, что мы можем не вернуться сюда. А так мало ли. Ух ты, война может исцелить себя, отняв жизнь у противника во время битвы. А вот это уже претендент на победу. Не зря. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Пожиратель хаоса. О. Исцеляющий клинок, это круто. То есть мы, короче, любого убиваем и исцеляемся. Не знаю, конечно, насколько сильно, но... Хилка в бою, это прям наше все. Можно-то и так сказать. Мостик нам не поднимут, нет? Подняли нам мостик. А, ну видите, можно было бы и так пройти, но... Так, здесь вроде ничего нету. Голова, надеюсь, ни у кого не загрузилась. Не закрутилась. Не закрутилась, да. Что-то я не о том. Вот нам подняли второй стерженек. И теперь мы можем возвращаться обратно. Во.
бумс. Ой, вот это было печально. Не, вот эти зеленые, они такие, особенно когда с кем-то. Не очень хорошие противники. И сейчас раз, а нас опять вниз опускают, да? А, ну тоже вариант. Тоже вариант. Ну, это еще легенький вариант. Бамс. О. Надо было вот на сейчас оставлять. Что-то как-то я пока не очень-то исцеляюсь, если честно. Ну ладно. Видимо, там с некоторой вероятностью, я так думаю. Сейчас посмотрим, что делает второй ключик. Так, он поднимает вторую. И нам открывают он. Проходец. Я туда хочу. Как туда попасть? И надо ли мне туда, собственно? Ну, я думаю, что надо. Там, скорее всего, что-то интересное лежит. Не можешь же там просто так ни хрена не лежать, правильно? Том-том-том. Так, здесь ничего. Не сюда, как бы. А, и там, конечно же, страж. Естественно. Ух-ух-ух. Ага. Зашибись просто. Сейчас бы, если бы он по мне попал, мне бы такая же жопа была. Ладно. На грани балансирую малость. На грани балансировал, тут рядом хилка стоит, лол. Вообще ни о чем просто. Ай. Меня как-то сильно-сильно плющит. Так, вы двое нафиг. И ты тоже нафиг. А то вы меня достали. Теперь нужно взять вот эту фигню. Отлично. Надеюсь, на этом все. Серьезно. Ай. Ауч. Дай мне немножечко хилки, спасибо.
Фух. Ну, такое. Веселое ощущение, так балансируешь чуть-чуть так на минимуме здоровья. А с одной стороны вроде весело, с другой так себе. Так, надо посмотреть, нет ли здесь ничего полезного. У меня, к сожалению, очень сейчас печально вибрирует геймпад, мне это еще не нравится. Ну что же сделаешь, по сути. Вариантов-то особо нету. Особо-то вариантов нету. Полетели, голубчики. Вот мне интересно, может он просто, когда я просто убиваю, исцеляет? Во, да, походу он, когда я просто убиваю, исцеляет. Они, ну, поняли. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Хотя я не уверен в этом, если честно. Ля-ля-ля-ля-ля. На. Пщи. Да лечу. Отлично. В принципе, все. И вот мы опять здесь, и зато мы теперь сможем открыть верхнюю часть. Смотрите, вон ту вот мину. Мы сможем ее теперь долбануть побольнее. Походу здесь нет таких прям совсем наглых секретов. Хотя, может, и есть, не знаю. Но пока что находил только те, которые были рядом со мной. Может, есть, конечно, какие-нибудь еще секретики, которых я пока не знал. Придется наводить. Без вариантов. Давайте, кстати, откроем двери. Вот здесь вот возьмем опыт. Да-да-да, я помню, что здесь есть опыт. Кстати. Вы думали, что у меня врасплох застанете, твари. А вот нет. Не заставили вы меня врасплох. Не застали. Есть, зацепился. Отличненько. Сможем открыть еще какой-то. А был ли там еще один? О, демоническая безделушка указывающая... Блин, офигенная штука. Она теперь указывает мне постоянно расположение всех сундуков, которые есть рядом. Нифига себе. Это, то есть, получается, вот здесь вот есть сундуки. Блин, не зря я эту фигню взял. Считай, в самом начале такой подарок вообще. А, теперь, кстати, зато я вибрировать не буду. Так, а еще где здесь рядом есть? А, прям сверху вот здесь. Серьезно? Как я его не заметил? Хотя это ж я мог много чего не заметить. Блямс. Наверх. Блин, ну вот читерная такая штука, вот, указывающая. Все сундуки. Это очень-очень полезная штучка. Очень-очень-очень. Да ладно! Еще и такой сундук, к тому же не заметить. Карта. Открывай детальную карту местоположений. Видеть карту. Детальная прям. Писец. Просто писец. Так. А я думаю, что вот через этого можно пробраться. Оу, смотрите, а здесь есть... а ну-ка, давай-ка поскорей. Сейчас мы посмотрим, что там есть. Не, ну понятно, что здесь я навряд ли перепрыгну. Пробовать, конечно, можно.
Такое, да. Хотя было бы, конечно, неплохо, если бы я с первого раза там перепрыгнул. Но все же. Так, на второй этаж. Ага. Вон оно что. А, как туда проки... А, вижу. Это, получается, надо прицелиться сначала. Давайте сначала прицелимся. Блямс, да? Отлично. А, иначе, походу, никак. И, кстати, я, походу, получил следующее здоровье. Та-та-да-да-та-да, найдите 4 осколка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я получил такие новенькую эту способность. Точнее, не способность, ну как ее, ну вы поняли. А поняли, что я опять несу фигню. Так, а что, если я прицелюсь вот сюда? И побегу вот сюда сразу. Нет, это так не работает, я понял. Зато это, по идее, работает вот так. Ха! Я обманул систему. Я обманул систему. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А фрагмент брони из бездны. Фрагмент брони, закаленный в крови. В полном наборе 10 фрагментов. А, это ту броню... Я понял. Это ту броню, которую у нас отняли. Видимо. Так, а здесь что у нас? Есть! Сердце ярости! 3 ярости. Ой. Я аж обгадился. Стоп. Нифига себе он там, блин. Ёб так фиг заметишь. Артефакт чемпиона. Талисман относится к наиболее ценным артефактам. 6 таких талисманов принадлежали воеводам, командующим войсками Ады. Ульгрим будет рад получить его. Ясен красен, что он будет рад его получить. Я бы тоже, наверное, не отказался от такого артефактика. Ладненько. Так, знаете, в чем проблема, ребят? Я чуть-чуть забыл, куда мне надо. Нам, видимо, туда. Не люблю церкви. Давай отбросим священный трепет и поскорее выпотрошим Тиамат. Это-то да. Только тут проблемка есть. Я забыл, куда мне надо. По-моему, туда на самом деле мне надо. Так. Не сюда. Здесь опять ужили эти негодяи мелкие. Минусуем их по одному, как вариант. Ну, в принципе, как я и делал последние несколько уже, не знаю, часов, наверное. Потому что это, наверное, самый удобный способ из всех, что я пока находил. И довольно действенный, эффективный и прочее. Ладненько, нам, по идее, сюда. У нас все, что нам нужно есть, все присутствует. И я думаю, на последнем мече я, наверное... Окончу разглагольствование, скажем так. Так. Сокровищ здесь нету, так что можно спокойно пробираться. И вот последний меч, который мы вставляем.
Барышня взяла его тоже в руки. Все заперли вокруг нас. Подзапирали. И что-то начинает происходить. Ага, это лифт. Нас поднимают ввысь. На вершину башни. Та-дам! Ну, отпирайте дверь-то, я, в принципе, уже выполнил все, что надо. Открыл доступ в церковь. Ну что ж, увидимся в следующей серии.